Здравствуйте всем, кто заглянул на канал Цербер. Это мое очередное видео. Для начала хотелось бы поблагодарить всех, кто посмотрел первое видео. Отдельное спасибо тем, кто поставил лайк, кто подписался. Мне очень приятно. Ну а сегодня, как видно из названия, я хотел бы поговорить об оформлении повестки в колхозе. Может быть, это видео, конечно, пригодится больше председателям колхозов, но да, все мы, собственно говоря, потенциальные председатели, так что я думаю, информация не будет лишней. Просто смотря даже по тому, какие повестки в основном в колхозах, да, а иногда в чате сидишь, тыкаешь по никам игроков ради интереса, да и вообще я люблю по колхозам попрыгать, и смотришь, и не всегда повестки выглядят, как бы это сказать, эстетично, что ли, красиво, симметрично как-то, может быть. Не хочу никого обидеть, у каждого есть свое право отображать свою повестку так, как он хочет, как видит это председатель. Сейчас сугубо личное мое мнение, мое видение. Пусть кому-то не понравится, не настаиваю, что нужно делать так. Просто хочу порекомендовать некоторые сайты, которые помогут сделать это красиво. У меня есть колхозик специальный, в котором я могу тестировать разные вещи. Я готовлюсь здесь к разным конкурсам, которые я проводил в прошлом. Ну и сейчас бывает, помогаю кому-то оформить повестку. Например, вчера буквально с девочкой общались, как раз таки спрашивала, какие темы дальше для видео. Сказал, что вот хочу рассказать о повестке. И посмотрел повестку в ее колхозе, предложил свой вариант. Девушке понравилось. Ну, мне приятно, что где-то что-то висит, созданное моими руками, так скажем. Про повестку, кстати, много написано на форуме в вопросах по игре, да, в справочнике по колхозам. Не все пользуются, не все знают, да, элементарные какие-то команды для повестки. Хотя не мешало бы заглянуть сюда. Здесь все написано. И частая ошибка очень. Люди не знают, как переносить текст в повестке. То есть нажимают пробел, допустим, или перенос строки, но в повестке текст все равно получается весь в кучу. Допустим, если стихотворение какое-то, то получается все до конца строки. То есть каждая строчка, как нужно автору, она не переносится. Для этого есть команда из буквок BR, да, самая нижняя здесь. Перенос текста на другую строку. Без этой команды переноса текста не будет. И часто встречается, когда в повестке маленькая картинка, да, справа от картинки два слова, и дальше текст идет уже ниже картинки. Смотрится не очень. Мне больше нравится, когда в повестке картинка на всю ширину, да, экрана. Покажу в итоге, что получилось вчера с повесточкой. Вот она у меня в черновичке. Вот такое изображение. Да, то есть сверху название колхоза, далее картинка, и ниже, ну, что пожелает председатель, то и можно написать любым шрифтом. Можно, конечно, это делать не таким красивым шрифтом, можно просто написать, так сказать, не используя сторонние сайты, любым цветом, да, в тех же командах на форуме. В вопросах по игре, справочник по колхозам. Команды, нужные для смены цвета текста, они там все написаны. Чаще всего, допустим, те же модераторы, да, если нужно отправить им какую-то информацию или гейммастерам, они советуют сайт Radical. Мне этот сайт не нравится, объясню почему.
Во-первых, когда пытаешься что-то сделать, он параллельно открывает еще одну страницу с рекламой, которая нафиг не нужна. Вот, мы ее закроем, вернемся обратно. Во-вторых, в настройках, когда выбираете размер, да, нужного вам изображения, есть только варианты, которые предлагает сайт. То есть свой размер вы поставить не можете. Поэтому неудобно. И третий недостаток, этот сайт не обрабатывает GIF изображения. То есть движущиеся картинки он не обрабатывает. Поэтому я его не использую. Я использую сайт Picasion называется. На этом сайте вы можете выбрать любой файл из имеющихся у вас на телефоне. К примеру, тот же волк, да? Слева Size выбираете нижнюю строчку Custom и ставите размер 380. Я ставлю такой размер. Правее выбирайте качество. Выбираем Best, лучшее. И нажимаем внизу кнопочку Resize. Бывает, этот сайт немножко подвисает, но чаще всего работает достаточно хорошо. Вот он обработал нашу картинку, да, и ниже выдает различные ссылки. Нам нужна ссылка, напротив которой написано BB-код, то есть самая нижняя. Да, вот эта ссылочка. Мы ее можем скопировать, перейти к себе на ферму и просто в черновике даже можно вставить. Эту ссылочку вставляем, но ее нужно немножечко обработать. Стираем концовку до вот этого места. То есть скобочка img перед ней слэш, да? Вот до этого места все нужно стереть. Нам это не нужно. img скобочку. Мы ее стираем. И закрываем скобку. Далее смотрим и ищем первую скобочку img. В ней нужно стереть закрывающую скобку. Да? Мы ее стираем и вместо нее ставим знак равно. И до скобки img, да, тоже нужно все стереть. Все, у нас остается такая небольшая ссылочка. Нам этого достаточно. Нажимаем отправить. И у нас получается изображение на всю ширину, да? Опять-таки, это GIF изображение, и для повестки, которая выше, также предлагался вариант с GIF-изображением. Вот это. Ну, по мне, так тоже достаточно красиво, но не все хотят использовать GIF-изображение. Может быть, дольше грузится или что. Но, может быть, не знают сайты, где нужно правильно обработать. Так-то GIF-изображения встречаются в повестках. Вот таким образом. И вот эта ссылочка, да, которую мы написали, ее можно вставлять сразу в повестку. Изменить. Ну, сейчас не буду я это все обрабатывать. Тут по новой придется стирать, да, что-то заморачиваться не стоит. Смысл понятен. То есть, когда мы написали эту ссылочку в повестке, да, первую, допустим, все-таки придется, наверное, написать, чтобы было понятнее. Вставим эту ссылочку сюда. Стираем. Здесь вместо скобочки знак равно. Все. То есть, если вы будете потом писать текст ниже, то вам нужно сделать перенос.
чтобы было небольшое расстояние, может быть, да, чтобы текст был не вплотную. Сейчас даже покажу. Можно текст прямо так написать, что-нибудь, что угодно. Привет напишем. Обновить. То есть вот слово привет, оно сейчас непосредственно находится под картинкой. И даже если мы сделаем несколько переносов, да, здесь они вроде как у нас показываются, но при обновлении слово привет, оно будет также внизу, пока вы не вставите команду br. Можно сделать их несколько, да, то есть с каждой такой командой строчка будет сдвигаться вниз. Обновить. Вот. Теперь у нас слово привет немножечко ниже. Далее, следующий сайт. Online Letters. На этом сайте можно красивым шрифтом написать одну строчку. Он подходит только вот, то есть для коротких каких-то вещей, которые можно уложить в одну строчку и написать в повестке. Допустим, тоже название колхоза, тот же тотализатор, например. Сайт достаточно простой, пользоваться легко. Нажимаем кнопочку «Далее», и он нам предлагает выбрать шрифт, который нам нравится. Прямо показано, как будет выглядеть тот или иной шрифт, прям то или иное название. И выбираете, какое вам нравится. Наугад. И нажимаем «Далее». Далее нам предлагают выбрать размер текста. Да? Выбираете, ну, любой, какой вам нужен, какой вам больше подходит. И цвет нашего текста. И нажимаем кнопочку «Сгенерировать». Вот нам предлагают также ссылочки. Я предлагаю тут скачать, вот сверху кнопочки, скачать PNG и скачать JPG. Скачиваем первую, которая PNG. В этом случае изображение будет с прозрачным фоном, то есть не будет видно фона белого, допустим, когда вы вставите это себе в повестку. Да, здесь белый фон показан, но на самом деле его не будет. Это изображение мы скачиваем себе в телефон. Далее переходим на тот же сайт Picasion, который я первый показывал. Если вы хотите загрузить еще одну картинку, Upload More, нажимаем и также выбираем файл из телефона. То, что мы сейчас сделали, качество выбираем Best. Размер не забываем менять, Custom 380. И нажимаем Resize. Вот и все. Сообщение у нас. Текст у нас готов. Опять берем нижнюю ссылочку. Копируем ее себе. Переходим в колхоз. Нажимаем «Изменить повестку». Ставим ее в начале. Вставляем. Также стираем концовку. Вместе с последней скобочкой IMG. Скобочку закрываем. Сверху ищем снова опять-таки скобочку IMG. Вторую скобочку стираем, ставим вместо нее равно. И перед этим тоже все стираем. В итоге у нас получается вот что-то такое. То есть изображение в полную ширину, по центру, выглядит так. Если нужно картинку опустить ниже, опять-таки, то после первой ссылочки, да, которая у нас написана, вставляем команду br. И изображение будет чуть ниже. Обновить.
Вот такие дела. В случае, когда вы хотите написать достаточно большой текст, да, красивым шрифтом, как это сделано здесь, я использую еще один сайт. Но сайт достаточно сложный, сложно, во-первых, не все изображение здесь лазит, видимо, с телефона так получается, может быть, с компьютера будет лучше. Но в любом случае, если здесь полазите сколько-то, вам минут 30, я думаю, хватит, чтобы разобраться, что к чему. Тут также можно выбрать текст, высоту строчки, то есть самих букв, поворот, то есть изображение может быть наклонено. Если мне это не нужно, то я оставляю так. Положение X, положение Y. Положение X – это изображение сдвигается вправо-влево. Редактируйте, как вам это нужно. Положение Y вверх-вниз. Шрифт выбирайте, опять-таки, который вам нужно из предложенных. Далее можно сделать контур у текста, выбрать его цвет, да, как вам больше нравится. Далее кнопочка «Фон». В кнопочке «Фон» можно редактировать ширину и высоту самого изображения полностью. И можно сделать, опять-таки, прозрачный фон, чтобы вот такого темного фона, как здесь сейчас показано, у вас в итоге не было. То есть будет только сама надпись. Оставить прозрачный фон. И если вы сделали надпись та, которая вам нужна, то есть сюда можно вставить целый текст, стихотворение, нажимаете «Сохранить», файл скачивается, можете его открыть и посмотреть, что в итоге у вас получилось. Если у вас такое изображение устраивает, то вы себе его оставляете. Опять-таки переходите на сайт Picasion. Загрузить еще. Выбрать файл. Выбираете последний, который мы сделали. Качество Best. Размер 380. Resize. Все, изображение у нас готово. Будет выглядеть вот так. Берем опять-таки последнюю картинку. Копировать. Переходим в нашу повестку. Нажимаем «Извинить». «Изменить». «Привет» сотрем. И вставим сюда нашу ссылку. Редактируем, стираем лишнее. До буквок PNG. Скобочку закрываем. Так, скобочку после IMG убираем. Знак равно. И перед ней стираем. Нажимаем «Обновить». Вот что у нас получается. То есть здесь две строчки. Нужно 10, можно вставить 10. Ну вот как-то так. Если повозиться в течение часа даже, допустим, если человек достаточно сообразительный, я думаю, что можно с этим делом разобраться. Если нет, может быть, поискать в колхозе сообразительного более игрока. Может быть, он более развит в таких вопросах, показать ему это, и, по крайней мере, те сайты, которые я показал, и он, я думаю, разберется. Это сугубо мое личное, индивидуальное мнение, еще раз говорю. Если кому-то не нравится то, что я предложил, этим можно не пользоваться. Если вам понравилось, то на здоровье. Ссылочки я оставлю в описании под видео. Пользуйтесь. Если есть какие-то вопросы, можете задавать их прямо в игре. Могу помочь что-то оформить, если не будет какого-то завала совсем. Не надо мне миллион просьб с просьбами сделать повестку. Пробуйте сами, я думаю, со временем у вас получится. Все-таки повестка – это лицо колхоза, и красивая повестка привлекает внимание, то есть привлекает игроков. А в наше время привлечь игроков в хороший колхоз достаточно сложно. Поэтому, я думаю, это вам пригодится. Если не пригодится, проходим мимо. Если посмотрели, большое спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Опять-таки, мне будет очень приятно. Ну и до новых встреч. Всем удачи.